Пасхальный концерт, организованный Светлым радио «Эммануил», в эти праздничные дни помог всем желающим окунуться в атмосферу праздника Христового воскресения. Организаторы, сотрудники и волонтеры радиостанции всем сердцем хотели, старались и делали все возможное, чтобы этот праздник, который приготовил Иисус Христос для каждого, был получен. Так просто и так таинственно мы обрели ответ. Иисус – это путь единственный, истина, жизнь и свет. Интересная программа, выступления хорового коллектива, музыкантов и певцов говорили об одном – слава и благодарение нашему Господу. Христос воскрес! Воистину воскрес! На сказане «Христос воскрес» часом хтось помилково каже «Славімо Його», ну так як на Різдво. Але я вважаю, що і «Славімо Його», і «Воістину воскрес» – це повинно бути завжди, круглодобово, кругломісячно, круглорічно і так далі, і тому подібне. Люди на концерт приїхали даже із других городов, кое-кто на інвалідних колясках. Бог назначив встречу, і Он був там. Вот что написала одна из зрительниц. Концерт был замечательный и непревзойденный. Очень хорошие музыканты, звук шикарный, ведущие, а самое главное, он был не поверхностный, а очень глубокий. Иисус славился в сердцах исполнителей и зрителей. Спасибо за организацию такого чудесного праздника. Аншлаг в зале красноречиво свидетельствует о нужности и важности радиослужения. К десятилетию Светлого радио «Эммануил» готовится еще более интересное концертное мероприятие, которое состоится в первой половине июня в Киеве. Иисус воскрес, и это истина. Он жив и может дать спасение каждому человеку.